В 2017 году в Алтайском крае на ремонт дорог будет направлено еще больше средств. Об этом сегодня заявил губернатор Александр Карлин. По словам главы региона, запустить рабочий механизм и начать подготовку к новому ремонтному сезону нужно уже сейчас. На рабочем совещании Александр Карлин отметил, весна и лето – время для реальной работы, а не для проведения торгов и тендеров. Все это нужно сделать заранее и с наступлением благоприятной погоды сразу приступать к ремонту дорожного полотна. Тем более, что в 2017 году на эти цели будет выделено на 400 миллионов больше. В крае ожидают и ощутимую федеральную поддержку. Напомним, что в 2016 году по этой линии в регион поступил без малого миллиард рублей. Стартовые условия 2017 года – будут более благоприятными для дорожной отрасли и должны эти условия создать серьезные финансовые, технологические предпосылки для того, чтобы жители Алтайского края еще более реально почувствовали изменения в инфраструктурной сфере, изменения в качестве автомобильных дорог в нашем регионе. Что касается текущего года, губернатор положительно оценил ход проводимых работ. Где-то они идут с опережением графиков. Всего в 2016-м в Алтайском крае отремонтируют 616 километров дорог регионального и муниципального значения. Приведут в порядок 14 мостовых сооружений.